Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Это прекрасное, подарочное и в то же время полезное, познавательное и душевное издание. Автор-блогер Дарья Левина. Книга «Романтика дачи. Традиции прошлого, детские воспоминания и уютная загородная жизнь настоящего». 4 главы. История воспоминаний об устройстве жизни на даче. Все вперемешку с рецептами, рекомендациями по ремонту, дизайну, рукоделию, дачному гардеробу. А еще много любви, тепла. Сердечности, такая возвышенная, нежная, романтическая песнь в прозе дачному домику и дачной жизни. Из рецептов, например, цветаевский пирог с грушей и миндалем, сибирский черемуховый торт, яблочная карамель, медовые пряники на елку. Из обустройства советы по поиску дачи, переделка домика, кухни, спальни, веранды, террасы, бани, огорода. Из рукоделия вышивка на сите, садовый блокнот из макулатуры. Итак, слово «дача» исконно русское и точного перевода на иностранные языки не имеет. Происходит от прославянского глагола «дать». Появились дачи благодаря Петру Первому. Ему было необходимо освоить дикие земли вокруг новой столицы и дорогу к своей загородной резиденции Петергофу. Поэтому он щедро и безвозмездно раздавал земли, что и называлось «дачей». Следующий вклад в развитие дачной истории внесли Николай I и его супруга Александра Федоровна. Они решили выстроить какую-нибудь хижину и в ней отдохнуть от позолоты Петергофа. Так появился дворец-коттедж – хижинка с 27 комнатами и участком в 115 гектаров. Но только к середине XIX века дачное движение набрало обороты. Тогда и появилось высказывание: «У нас времен года всего-то два – зима да дача». Именно тогда вошли в обиход такие словосочетания и слова – «вавилонское переселение», переезд на дачу в первых числах мая со всей обстановкой квартир, а водруженный на повозке. Грачи, мужья в марте, отправлявшиеся в дачные поселки и бродившие среди еще заснеженных домов в поисках идеального варианта для аренды на предстоящий сезон. Чехов, Лев Толстой, Пастернак, Куприн, Коровин, Прокофьев, Тургенев, Бунин и многие другие выдающиеся люди искусства, будучи заядлыми дачниками, с упоением творили в этом уютном мире покоя и природы, приближаясь к разгадке русской души. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».